Ознакомительную экскурсию по музею, библиотеке и рабочим залам областного суда для делегации из Узбекистана проводит Нурсерик Шарипов. До недавнего времени он возглавлял суд Южно-Казахстанской области, ныне руководит департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном суде республики. Сюда-то начинаем с веков наших шпионов. Выяснились интересные детали. Оказалось, что председатель Верховного суда Узбекистана, так же как и Кайрат Мами, прекрасно знакомы с историей Шымкентского суда и даже лично знали многих председателей, возглавлявших Южно-Казахстанский областной суд в разные годы. Все расстреляны практически. Все расстреляны. Один год. Узбекскую сторону ознакомили с работой казахстанской судебной системы, основными достижениями реформы судов в рамках плана нации, инициированного главой Республики Казахстан. Особое внимание уделялось практическим результатам нововведений. Наша первая встреча проходит в Шымкенте, что очень символично для нас, соседей и родственных народов. Председатель Верховного суда Казахстана высказал предложение подписать меморандум о сотрудничестве между верховными судами двух стран в ходе очередного совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Ташкенте. Встреча запланирована на октябрь этого года. Затем стороны перешли к обсуждению рабочих моментов. Данил Шимратов, Марат Давлетов, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании АТРАР.